Просто расскажи, как она так нарезалась и где? А вы долго очень ходили. Так мы ждали. Она мне обещала коктейль принести. Мы его сразу же принесли, приходим. Да ладно. Да. Было очень долго. Мы такие думаем, блядь, думаю, вы опять это пропали. Это недолго было. Ну, мы не знаю. Мы возвращаемся, минут через 5-7 тебя уже нет. Мне кажется, это у вас было одно мгновение, блядь. А что он так нарезалась? Ну, потому что она дабл, блин, джин, херачит. Мы вообще в отрубе пришли, она такая уже, да, лыка не вяжет, блин. Пусть поспит, потом скупается, нормально. Да, нормально, точно. А на солнце нормально, да? Вот все же было хорошо, пока мы этих двух дам не встретили. Это просто вообще, не знаю, как говорится, огонь, пожар, ураган. Эти девушки, вообще не знаю, создают атмосферу этого отеля. Как говорится. Смотри, ты ж лашмейкер, правильно? Да, такой есть. Менеджер. Уличный денсер. Нет, серьезно, нужно менять, как говорится, сферу деятельности. Вообще снимать. Не... Да, я буду снимать, монтировать видео, вы будете там снимать трусы, лифчики, не знаю, там, с прохожих, чернокожих, танцевать там. Ну и в общем, да. Вы сами все сейчас понимаете. Сейчас джинчика еще уебем. Мы будем бухать. Да, потом въебать и переспросить. А если въебать и переспросить? Я не могу, это вообще не знаю, это хит. Телефон бросили, блядь. Да, уж, блин, здесь, конечно. Ты видел? Чего, телефон ставили? Телефон бросили, блядь. Да им пофиг. А вот они вон пошли целоваться в бассейн. Понятно. Здесь нормально, да, здесь? Не пиздец. Не пиздец, да. Это... Ну, телефоны. Или вообще? Я имел в виду, что да. Здесь как бы... Тут сплошная толерастия, здесь очень много геев, вот лесби себе выкупаются в бассейне. Если, не знаю, вы видите, вот на фоне Тани, Таня закрыла лесбиянок. И как дикий человек. Девчонки пришли, блин, там, полобзали. Да вот они лобзаются. Видишь? Фоне, я же говорю, тут толерастия, тут геев вообще, не знаю, валом, блин. Это... Нет, ну что, мужиков, ты геи говоришь очень нескромно, это пюреобразные. А коричневые трусы? Коричневые трусы, да, кстати, серьезно. Пюре, ну вот девчонки пюре, вот. Пюре месяц. Называют все своими именами. Вот девчонки там лобзаются. Это называется. Называется, когда с клуба зашел трек. Мою душу наружу и тесно. Твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Во всем виновата Таня. В общем, смотрите, добрые туристы сделали котлы all inclusive, принесли ему мясо, сашими, кальмаров и ёбнули туда чуть-чуть валерьянки. Он, короче, себя вылизывает, и вот вам зрелище. Ты ему на шкуру так. Так он так, вот так, крапит всё. Я в первый раз такой... Блин, я не могу. Таня, что, серьезно они так себя ведут? Да. Когда валерьянки? Ты что, они там тащатся, знаешь, как пизда по стекловате, блядь. Может, ты чё? Может, ты вот так вот? Я тоже не видела. Вот это пруха, блядь. Бедная косичка. Бля, он не скопытится? Нет. Мне все хорошо? Ну, смотри, кстати, может, у него первый раз передозировка. Да, чувак, я вот сейчас скопнул, скотаплю. О, бля, он сейчас и лапнулся. Смотри, ну все, ты с него наркомана сделал, поздравляю, блядь. Где-то выкладывать не буду. У меня будет кот вот так ходить просто. Так, слышь, дай валерьянки, дай. А если найду? Кот под валерьянки. Да нет, мне кажется. Слышишь, ты знаешь, как снимай? Кот под валерьянки, жесть, смотреть до конца. Да. Смотри, это кроссфит. Смотри, два хвоста себе гасит. Он же циклорис кинет. Потому что ты ему на голову капнул, и он не поймет, как это пахнет.
может это? Я на лапу хотел попасть. Вот это жесть. Андрей, погладь его, может он даст еще? Да? Мне не стоит. Пашься, Валерьян? Чтоб все доминиканские коты меня там вот так вот бы наяривали. Я думала, коты еще кучу, что это вообще я также видел видео, я видел на ютубе также баба под бутератом, помните, такая? Тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот так же. Ну, короче, сиди-ка ты, окупнись. Иди-ка. Давайте его скупнем. Бля, я не знал, что их, их так колбасит. Не, ну, мне кажется, это зависит от того, что мы уже купили, это сам запах его. Вообще запах. Короче, запах, да, так дурманит? Запах женщины. Как думаешь, он укусит? Запах женщины. Да он изменит. Он как после плана, блядь, накурился. Кто там, что там, блядь? Запах женщины поедет. Слушай, ты женщина волосатая, иди ко мне. Смотри. Да он сейчас тебе. Да он сейчас тебя сожрет, Таня. Мне кажется, вон это он с когтями, бля. Вот вы демоны, а. Вот он тебе жопу влезла, блядь. Чего с котом? У него сейчас сарказм случится. Ой, жесть. Ой, жесть, смотри до конца. Козленок. Козленок, мы не думали, что так. Что так все. Я не думал, что так. Я тебе говорю, хватит. Дома не капало бы. Ну, не знал, понимаешь, эффекта. Я не думал, я бы, честно, боялся за кота. Я не знал, что делать. Где? Видишь, у него на панике. Да. Аккуратнее, ты где был? Ты думаешь, да, прыгнешь? Отцарапает. Сейчас прыгнет, рюкзак. У него сейчас этот нарушена дезориентация, когда он прыгнет. А да? Да, я думаю, сторону разве что. Я говорю, сейчас прыгнет, рюкзак откроет, бутылку сходит и убежит. Ну, это, конечно, да. Ну, ладно, все понятно. Кот, его реально извини. Ты просто реально стал экспериментом, не знаю. Посмотри на их глаза. Ты видел глаза? Тупо стекло, вот такие зрачки. Как у этого с группы Slipknot там такой же был. Что? Зрачки, посмотри, вообще сумасшедшие. Я вижу. Как вампирная. Кошка в ебошка, блин. Кто это натворил такие чудеса? Все, хватит. Все, хватит. Глаза, стекляшки. Кажется, ласковая. Элджей, блин. О, ласковая кошка, иди ко мне. Не, это по-любому не он, значит, мясо сожрал. Если бы он, его бы еще раньше. Да, все пристрелило. Он тут как. Прикинь, что с черным творится. С тем, что творится. Он вообще там. А черному? Я, наверное, колпачок залил. Парк там уже хераешь на горках кататься. Прикинь, реально. Включил горки. Он бы реально не успел. Черного сейчас там вообще не знаю, что с ним было. Черный русский. А, ты же там накапал. А, все. Действие закончилось. Смотри, пруха закончилась, все. Нашел лазейку. Он сейчас землю жрать будет. Смотри, смотри. Я, блядь, землю жрать буду. Зубами. Как там это, блин, кто напил? Газманом? Ноздрями землю втянул, блядь. Ну, все. Целовать. Смотри, прикинь, там. Подсадили. Алкоголь там номер, у нас там чуть-чуть еще осталось. Ты представляешь, вот реально пару капель мимо и все. У него уже пруха пошла, и он думает, бля, смотри, как дерибанит. Был белый, а сейчас все черное придет, я не знаю. Был белый, как он там ждет. Он там роет. А прикинь, что с черным творится, он там вообще, блядь, в космос полетел.